Всем привет! Сегодня будем готовить невероятно вкусный пирог по-домашнему с капустой. Оставайтесь со мной, поверьте, вам этот рецепт очень понравится. Я знаю, какое тесто подойдет для этого пирога. Для него мы еще будем замешивать тесто, которое делается на сметане. Очень вкусное, эластичное тесто. Первым делом растопленное сливочное масло. Добавляем сметану. И все хорошо, перемешиваем. Добавляем одно куриное яйцо. Добавляем муку. Муку будем добавлять постепенно. Самое главное, не забудьте тесто подсолить. Добавляем сверху разрыхлитель теста. И опять все хорошо перемешиваем. Тесто нужно обязательно отправить в холодильник на 30 минут. Мы его завернем в пищевую пленку и положим в холодильник. После того, как тесто постояло в холодильнике и немного остыло, его нужно еще немного вымесить на доске. Разрезаем тесто на две части. Один сантиметр нужно отступить от края и выложить начинку. Мы также выкатали второй слой теста и накрываем сверху пирог. Теперь будем защипывать края. Прокалываем пирог. Взбиваем яйцо. Взбитым яйцом смазываем хорошо поверхность. В разогретую духовку 180 градусов отправляем до готовности. Прошло 35 минут, посмотрите, какая красота у нас получилась. Он у нас полностью готов, но нужно ему остыть, пусть еще 30 минут постоит. Пирог уже остыл, давайте попробуем, что у нас получилось. Я думаю, получился просто великолепный, потому что корочка выглядит, ну просто бомбей. Ну просто обалденный, вкуснейший пирог с капустой. Действительно, когда готовишь по-домашнему, в домашних условиях, получается просто бомба. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Вам очень понравится, я гарантирую. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!